друзья, вы видите, за моей спиной самолет. Это грузовой самолет, который приехал для того, чтобы забрать отсюда бронированные машины скорой помощи, которые мы отправляем для жителей Украины по просьбе Министерства здравоохранения Украины. История началась 1.5 недели назад. Ко мне обратилось Министерство здравоохранения Украины с просьбой помочь машинами скорой помощи. Конечно же, я обратился в Маген Давида Дом, Эли Бин, генеральный директор Маген Давида Дом. И он мне сказал, конечно, и не просто машины скорой помощи, бронированные, пуленепробиваемые машины скорой помощи. Оттуда история начала работать очень быстро. Мы обратились в еврейское агентство «Сахнут». Пагуэль здесь находится, председатель агентства. И мы тут же получили все разрешения с помощью, конечно же, Министерства иностранных дел. Сегодня 4 машины бронированных отправляются в Украину, и это только начало. Но это еще не все. Обратите внимание, что машина, во-первых, обратите внимание на дверь, бронированная. А во-вторых, она не пустая. Внутри есть полный инвентарь Маген Давида Дом. Полностью весь инвентарь Маген Давида Дом. Поверьте мне, это поможет спасти очень много жизней.